Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, и сегодня вместе с Жекой мы продолжим нашу рубрику «Гонки в Майнкрафте». И да, ребята, всем привет, и эта серия выходит только благодаря вашим положительным оценкам, так что спасибо. Да, поэтому ставьте огромный палец вверх и на мой видос, и на видос Евгения. Если мы наберем по 15 тысяч лайков, то обещаем то, что сразу же выпустим следующую серию гонок. Поэтому не ленись, поставь лайк, а мы будем приступать, да? Погнали? Да. Давай, да, да. Эй, деточка, не хочешь тебя прокачу на своем сижу? Подкати, подкати, братан! Красная площадь! Пошёл ты. На Красную площадь! Собака, как тут пролился. В общем, Евгений, ты готов? Я готов приступить к гонке, да? Мы же в гонке сегодня играем. Гонки, да. Выключай гэм-мод, выключай гэм-мод. Подожди, мы сегодня играем на какой-то очень крутой карте. Очень, но я надеюсь, что она будет крутая, поэтому давай. Понимаешь, у меня такая проблемка небольшая. Ладно, какая? Ты у меня так телепортируешься? Ты у меня тоже тпшишься, просто... Ну, машина нормально ездит, поэтому нормально, сойдет. Так, давай. В этот раз ты считаешь, потому что я просто сорвался. Орать или что? Урать. Давай. Урала? Урала, у на Урала, давай. Раз! Раз! Два! Два! Ага. Три! Поехали! Тут нужно разгоняться сразу на начале, потому что тут, да, нужно разгоняться. Да. Подожди. Она на начале очень запутанная, на самом деле. Да, я немножечко застрял. Это все прекрасно, потому что я тоже застрял. Но я еду! Нет, я не еду. Да, я поехал! А я задним ходом, понимаешь? А ты задним ходом? Ты типа мастер, да? А я опять застрял, мастер. Полицейский, я не могу выехать сначала. Я тоже не могу, подожди! У нас очень сложная карта. Это уже не для думов, только для про, понимаете? Только для про карта. Я вообще не понимаю, что происходит. Что это у вас? Я застрял в этой странной машине, не знаю, что делать. Подожди, можно и так. Давай. О, я поехал, ты прикинь, я поехал. Я никого ждать не буду, а то опять агрить будет, что не ждите друг друга, не ждите, дебилы. Да, я еду, давай, понимаешь? Я недалеко оторвался, потому что машина очень сложная, тут очень сложная карта, но только на начале еще у нас будет форсаж, понимаешь, Жека? Ладно, не переживай, я тут немножко случайно выпрыгнул из машины, и я опять застрял. Да ничего. Вот, ну, все нормально. Давай. Я сегодня просто показываю скилл. Мастер-класс вождения. Тебе права вообще давать не нужно никогда в жизни, понимаешь? Я с этим согласен. Не люблю я машины, вот эти права не могу давать. Да, никогда не давать. Если нас смотрят какие-то там вот эти учителя вождения, не давайте ему права никогда. Да, Евгению Чернявскому, Евгению, да. Сейчас назовем фамилию, теперь они все будут права. Специально, понимаешь? Так, Эдуарду Перцу тоже не надо давать. У меня есть уже права. Если смотрят гаишники, то стопайте. У меня португальские права, поэтому никто не сможет набрать. Отличительная черта, есть усики, так что стопаем. Усики, пропуск в трусики, поэтому если у нас будет гаишница, а не гаишник, то все замечательно, понимаешь? А, ну это, да, отлично. Да что ты врешь, да я видел, где ты. Ну я где-то сейчас забираюсь куда-то наверх. Да, это замечательно, не начало карты. Так, я уже поплыл, понимаешь? Куда ты там поплыл? Он поплыл. Я уже поплыл, да. У нас тут, ты понимаешь, апокалипсис. У нас тут вода на мосте, понимаешь? У тебя тут апокалипсис, а у меня еще вообще никакой нет. О, вижу лодку. Нихрена себе, ты меня уже догоняешь, Жека. Да, конечно. Ну в смысле, я возле тебя, почти. Да, я тебя даже не вижу. Так, я поехал на Порше, понимаешь? На Порше. Я только сейчас в Порше сел, понимаешь? Ты жесткий. Я еще. А я такой плыву, такой туда-сюда, такой волны, понимаешь, бьются. Я хочу предложить, девки, звоните. Не у каждого есть черная Порше, поэтому. У меня тоже есть, так что. Мой номер будет в описании, да? Да, загляните обязательно. И Жекин тоже будет в описании. Да, так что загляните в описание и звоните. Звоните, мы вас будем ждать.
Если бы в этот самолет еще можно было нормально сесть. Так, на финише. Уже в самолете! Я уже в самолете. А понимаешь? Ну эпичная гонка получается эпичная. Эпичная. Ты понимаешь, на старт, на финише у нас просто жесть. Жесть. Вот. Я понимаю, я понимаю. Поэтому, если я вовремя не выпрыгну, то все, рип. Я умру. Я умру. Ты не переживай. Все, я вижу самолет, я сажусь в самолет. Ну все, Эдисон, я лету над Бога. Я сейчас тебе лету покажу, над от Бога. Хорошо, подожди, тут сложно, Жека, тут сложно, ты себе даже не представляешь, да? Как тут сложно. На сколько, по десятибалльной шкале? Я взорвал самолет! Я понял, видимо, реально сложно. Так, хорошо, хорошо, я тебя жду. Я не жду, я уже как бы на финише, понимаешь? Тут самолет разбитый, ты сразу заметишь, Не, я моя карта не прогружается, поэтому я вряд ли замечу. Не, я лучше финишную черту пересеку, чтобы потом претензий не было. Так, хорошо. Ты где? Я тебя не вижу еще. Так, сейчас. Тан-таран! Тан-таран! Смотрите на нее! Смотрите на нее! Да! Просто, знаешь, эпично. Даже воду не потребуется. Куда он полетел? Куда он полетел? А он полетел в дальние странствия. Вот что хочу сказать. Я выиграл. Вот я первый сюда добежал. Не, я уже там был вообще-то. Нужно было коснуться железной решетки. Я уже там, да, я уже даже ее лизнул на морозе, понимаешь? Меня отмазки пошли. Ничего не было, ничего не было. Естественно. Отмазки, да, утешайся. Хорошо, докажи, давай, второй раунд. Ты готов? Да! Ну давай! И шо это ты такой модный на желтой машине? Это не желтая, это золотая, позолоченная. А, какая желтая? Позолоченная. Золото, чистое золото, чистое золото. Понял. Обоссали твою машину. Давай. Я начинаю считать, давай. Да? Я начинаю, что ты уверен, давай. Давай уже! Хорошо, слушай внимательно, дорогой. Раз. Я тебя убью. Раз. Нормально. Арис комнаты. Нормальные люди. Ладно. Раз! Четыре! Кого? Чего? Я специально наушники снял! Какие четыре? Я уже на финише! Собака! Подожди меня, Жека! Подожди меня! Эдисон, я должен отыграть... Ух ты, как же ты колбасишься, ты себе даже не представляешь! Ненавижу эту... Быстрее! Ну торопись, пошёл ты в драку, ты! Стоп! Подожди! Как сложно! Подожди, я ненавижу начало твоей карты. Это, я говорю, это только для про, понимаешь? Я понял. Но зато второй раз ты уже быстрее проехал. Да, потому что я научился ломать машину и ставить её. Читер, проклятый. Врезался я еще больше раз, чем в предыдущий. Да, хорошо. Давай, я уже поехал на своей бэшке золотой. Ты прям едешь? Я прям уже еду на четырех колесах, понимаешь? Ничего, все жестко, наверное, да. Да, кого подвести? Никого на дороге нет. Меня! Да пошел ты сразу. Я врезался. Я начал что-то тебе махать! В смысле махать куда? Ты сзади. А, кстати, ты сзади меня или нет? Нет, я тебя обогнал. В смысле? Да в прямом. Ты врешь. Ты врун, обманщик. Да как? Ну и какие самолеты? Я тебе не верю. Не верю тебе. Ну, видишь, на финише мне. На финише встретимся. А, то есть ты уже на финише. Да, я лечу еще. Вот сейчас красную. Ты сейчас выпрыгивай, да, уже самолеты будешь. Ну хорошо. Я тебя жду уже, знаешь где? Где? Не скажу. Ты меня ждешь, да? Нет, я тебя жду. Да я видел твой ник, ты подо мной был. Ты еще даже на мост не заехал. Кому ты тут врешь? Что ты тут врешь? Ну ладно. Так, хорошо, а ты где? Я на мосту. Это что это, я опять второй раз просрал, да, ты хочешь мне сказать? Это вот как это так называется, Эдисон? Это, я тебе скажу, ты где-то учился ездить. Да я потому что умею водить, у меня права есть, ты забыл про это? У тебя есть права? Да, у меня... Я думал, ты Жека, у тебя амнезия, как я понимаю. Мы об этом в первом раунде говорили, понимаешь? Ну... Нет. А, ты... Хорошо. Да это было в параллельной вселенной, даже ты не допоминал. Да.
Хорошо. Вы это не забывайте. Кто хочет, звоните, я таксистом подрабатываю, ссылочки все. Что это тут такие у меня вот такой вопрос? Что дурак, что? Что тут за машины поставил? Гремело кусок! Какие молоковозы или какие машины? Это вообще-то Lamborghini. White Lamborghini. Это Lamborghini? У меня наушники спадают. Хорошо. Грузовик, да? Молоковоз. Это бетономешалка! Мешает бетон! Вот. Бетономешалка мешает бетон. Ты прям гений, честно. Ты прям гений этого мира. Такая песенка есть. Бетономешалка мешает бетон. Бетон! Вот, да, вот такая. Фига себе, бетономешалка летает, ты прикинь? Летать, как-то. Шо ты? Шо ты там? Я не понял, это что такое? В смысле? Это я считаю, как-то было... Это что, какая-то подстава? Где? В смысле? Какая подстава? Да я в самолёт не могу сесть, ну там подстава какая-то. Какая подстава? Я ничего не понимаю, я не русский, понимаешь? А как ты? Ну ладно, хорошо, ты, конечно, ты прав, да. Ну вот, поэтому что ты вообще? Ну ладно, хорошо. Я понял. Don't know Russian language! Это хорошо. Самолет! Какой самолет? Какой самолет? Да такой! Какой самолет? Так. Ты где? Так. Ну нет, ну нет, это не честно, я считаю. Крутые пацаны не смотрят на взрывы. Самолетами. Я уже лизнул, если что, я уже лизнул вот это. А, ты уже лизнул? Да, я уже лизнул. Видишь, прям на финиш. Нет! Что, я сел в машину! А, то есть тебя не взорвало, да? А ну давай по. Пошел в сраку! Нет, ну, смотри, машина, я там своем бетоновой! Все, я за финишем, я победил! За финишем, нет, ты просто читер, А. Жека. Подожди. Я тебе дырку сейчас. Давай, проходим внутрь на финиш. Хорошо, давай. В смысле, на финиш, на старт, я имею в виду, понимаешь? На финиш, на старт, да. Так, хорошо. Вот сейчас, прям сейчас нужно выбрать машину своей мечты, вот. Я выбираю... Кто знает, что это за машина, напишите в комментарии. Тут будет большой малый. Вот этот. А, вот это да фигня какая-то машина. Моя... У тебя, у меня Бугатти Вейрон, который один лям стоит. У меня... А у тебя... Это хорошо, на самом деле. А, в общем, садись в мою Бугатти. Бугатти, садись. Великая. Пускай будет. А я предлагаю на этом уже закончить. Вот. И мне кажется, все уже прекрасно знают, что нужно делать. Да, Жека? Да. Ты заколебал, у тебя реально. У меня. Банк! Ограбление! Ограбление! Это ограбление, подожди! Это ограбление? Да, это ограбление. Я ограбляю твою Бугатти, скорее всего. Там чуру там, все, она моя. Что ты сказал? Что ты сказал? Я ничего не говорю, я что ты сказал? Я не русский, а не понимаю, что вы там говорите? Ничего не сказал! Да, ничего не сказал! Ага! Да! Давай, ну! Еще? Что-то у тебя как-то слишком большая защита. На, собака, это что? Давай! Но! Ой, почти, давай! Да это сложно как-то! Что, побег устраиваешь, да? О, все, патронов, я забираю свой машинган вот этот. А, в общем, ребят, реально, ставьте, не дави меня. Ставьте лайки, если мы набираем 500 тысяч лайков. 500 тысяч лайков. Ну, я не против. Почему мне в голову пришло 500 тысяч лайков, я не знаю. 15 тысяч лайков. Не, 500 тоже можно, короче. Я реально наберу. А, давайте. Может ли это тебе собрать 500 тысяч лайков? Хотя бы по половине, то есть мне 250, а тебе так уж и быть. Смаш, нет, даст собрать 500 тысяч лайков! Смажем! Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, наши номера есть в описании, звонитесь, чтобы подвести там, понимаете, вот. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.